Друзья, приветствую вас на канале Инфобизконтроль. Сегодня у нас обзор на курс, который называется «Система бизнес-взлет». Зарабатывайте до 150 тысяч в месяц на готовой системе. Как обычно, этот курс вы можете скачать совершенно бесплатно по ссылочке в описании. Кто в первый раз, то в описании есть ссылочка, там написано «Скачать такой-то курс». Вы переходите, это будет страница на моем сайте, там тоже будет статья, и под статьей вам нужно нажать там на кнопку и скачать. Друзья, перед обзором напоминаю, что у меня есть страница на таком сервисе, который называется Boosty. На этой странице, в этом аккаунте, я выкладываю различные курсы, которые я отбираю. Эти курсы рабочие, тут и схемы по заработку, и другие различные обучающие материалы. То есть это реально рабочие, хорошие темы. Ну и плюс иногда я еще выкладываю курсы, если кто-то из подписчиков меня просит, вот я выкладываю здесь, вне зависимости от того, там, насколько мне нравится этот курс или нет. Я его просто нахожу. Ну, допустим, человек хочет там курс какой-то, даже с Глопарта, или просто там, допустим, по обучению на игры на гитаре, и я его просто нахожу, этот курс, и выкладываю здесь. Всем подписчикам, конечно же, всем, кто подписан на Boosty, те спокойно эти курсы скачивают, изучают, ну и, конечно же, зарабатывают. Ссылочка тоже в описании, переходите, подписывайтесь. Ну, а теперь давайте о системе бизнес-взлет. Кратко пробежимся по продажнику. На старте здесь мы видим видеоролик, который абсолютно ни о чем. То есть здесь замануха, показывают там счет на Kiwi кошельке. Дальше листаем, готовая бизнес-система. Везде говорится о том, что готовая бизнес-система, готовая бизнес-система. Один раз настроить, запустить онлайн, простой запуск системы, подходит пенсионерам. То есть вообще супер стандартный продажник глопартовский. Привет, меня зовут такой-то, такой-то. Ну, выдуманный автор, конечно же, схема запуска системы. Вот давайте посмотрим, как она запускается. Берете специально подготовленные для вас материалы. Хорошо, загружаете на по специальной технологии готовые шаблоны, материалы на сервис. Настраивайте некоторые параметры и запускайте систему в работу. Как итог, у вас будет полностью работоспособная автоматическая система заработка в интернете со всем необходимым в комплекте. Вам остается просто получать доход и управлять системой 1-2 раза в неделю. Ничего не сказано о том, что нужно вкладывать деньги или нет. Обычно, если система не предполагает денежных вложений, то об этом пишется вот прям чуть ли не в каждой строчке, везде там без вложений, везде это тыкают, здесь об этом ни слова. То есть, соответственно, мы можем понимать, что деньги придется вкладывать, но, конечно же, автор об этом умалчивает. Пора принимать решение. Ценники такие нехилые. Самый дешевый ценник 1390, 1890. Конечно же, для хороших нормальных курсов, ну, допустим, такие, как я там на Boosty выкладываю, то эта стоимость низкая, потому что хорошие, нормальные, действительно действенные курсы, они могут стоить 15, 20, 50, там 100 тысяч. Но для Глопарта вот эти вот ценники, это довольно дорого. Так, цена может измениться через... Не может она измениться. Так, часто задаваемые вопросы. В чем суть системы бизнес-взлет? Ну, здесь мы должны как минимум хоть немного понять, да, что нам, как нам предлагают зарабатывать. Система бизнес-взлет, готовая бизнес-система, после запуска которой у вас будет собственный бизнес-проект. То есть вода водяная, ни слова о самой сути. На чем нам предлагают зарабатывать. Ну, в общем, гарантия возврата средств, трали-вали, если у вас не получится, мы вам вернем. Конечно же, никто вам ничего не вернет. У меня на сайте есть вот такой видеоролик, вот смотрите, он справа, он тут закреплен всегда, как вернуть деньги за некачественный курс по заработку. Если у вас вдруг возникла такая тема, что вы купили какой-то курс и хотите вернуть за него деньги, вот посмотрите вот этот видеоролик, как это делается. Ну и просто этот видеоролик себе каким-то образом там, ну, где-то себе в закладке положить, и может когда-то пригодиться. Ладно, давайте о самом курсе. Если вы захотите скачать этот курс, то вы его получите вот в таком виде. Это 16 видеороликов. Ну и давайте поговорим о том, как нам предлагают зарабатывать. Смотрите, вот здесь есть такой график, и в нем, собственно, уже все понятно. Схема воронки, каналы трафика, бесплатный продукт офер. Давайте я вам более понятно все объясню. То есть нам предлагается создать посадочную страницу. Там не имеет значения, как она там будет выглядеть. Это все в этом курсе потом рассказано. Вот написано «Бесплатный продукт». Это и есть наша посадочная страница. На самой странице будет две кнопки «Telegram» и «ВК». К этим кнопкам подключен мессенджер-бот. Человек, допустим, хочет получить бесплатный продукт.
бесплатный продукт это, конечно же, какой-то курс там по заработку или по чем-то еще, но мы его даем бесплатно. Человек подписывается через мессенджер для того, чтобы получить этот бесплатный продукт. Далее ему, конечно, этот продукт приходит. Он потом через мессенджер начинает получать сообщения, то есть письма специально подготовленные. Они, конечно же, рассчитаны на то, что человеку будет интересно их читать, да, они специально его прогревают, дают какие-то бесплатные материалы. И плюс в какой-то момент ему присылается партнерская ссылка, и если он переходит по ней и покупает продукт, то мы, соответственно, получаем за это свое партнерское вознаграждение. Вот, собственно, и все, это вся схема. Сразу по поводу того, что нравится мне этот продукт или нет, скажу, что нет, потому что уже эти инфо-цыгане задолбали с этой схемой. Эта схема, она работает уже, я не знаю, там миллион лет. Я еще рассказывал о том, что я тоже работал по такой схеме. Давайте сразу так, рабочая ли эта схема? Конечно, она рабочая. И таким методом, способом работают и зарабатывают тысячи людей. Но в этих вот всех курсах, именно на эту тему, да, вот все это построить, эту всю воронку, всю эту фигня, есть один большой недостаток, который в итоге приводит к тому, что все, кто покупают подобные курсы, ну 99% людей, которые покупают подобные курсы, они не то что не зарабатывают деньги, они теряют деньги. Что это за такой недостаток и минус? Каналы трафика, да, вот в самом верху. То есть, естественно, если вы построите вот эту вот всю схему, и у вас не будет нормальных, надежных каналов трафика, да, то есть, если вы не сможете найти людей, которые придут на этот бесплатный продукт, да, на эту посадочную страницу, которую нажмут на вот эту вот кнопку, то по итогу у вас никто ничего не купит, и вы ничего не заработаете. То есть, сама вот эта схема, система, она вообще абсолютно не то, что не уникальная, а уже, как я говорил, уже задолбали эти инфо-цыгане с подобными схемами, и каждый раз их запускают, по-разному называют, вот, в общем-то, и все. И, конечно же, в этих курсах они всегда делают так, чтобы вы по партнерке продавали именно их курсы, да, или какой-то другой курс сторонний, или же вот этот же курс, допустим, как здесь. В общем, каналы трафика самое главное. Если у вас нет канала трафика, вот это все остальное — это бесполезная хрень. И в этом курсе автор предлагает, какие каналы трафика. Первый канал трафика, который нам предлагает автор, это сайт, который называется Infos. Что это вообще за сайт и как здесь добывать трафик? Ну, в общем, здесь регистрируешься, и здесь есть множество авторов, которые собрали в свое время базу эмейлов и продают рассылку в этих базах. То есть вы можете заплатить им деньги, и они разошлют по своей базе ваш текст с вашей ссылкой. Вот и все. Вы можете у этих авторов покупать эти рассылки, эти базы, и по идее люди должны подписываться уже по вашей ссылке, да, там переходить по вашей ссылке, жать на вот эти кнопки мессенджеров. Но прикол в том, что в основном эти базы уже заспамлены, они абсолютно бесполезны, и вы просто потеряете свои деньги. И каждый вот этот инфо-цыганин, который продает вот эту схему, да, с воронкой, вот это все, сразу же у него источник трафика — это обязательно вот этот сайт Infos. Это вот прям сплошь и рядом уже задолбали с этим сайтом. И второй источник трафика, который нам предлагают, это SMM Spider, сервис для ведения рассылок, биржа рекламных рассылок. То есть здесь вы можете заказать рассылку у людей, которые имеют там свои группы, и они могут делать рассылку по участникам в своих группах ВК. Вот и все, собственно, это и есть трафик, который нам предлагает автор этого суперкурса. Оба эти вида трафика, они платные, и оба эти вида трафика съедят ваши деньги и, скорее всего, не принесут вам никакой пользы. Можно подумать, почему вот автор, да, продает такой курс. Но смотрите, во-первых, автор продает курс, потому что этому выгодно, там сотни людей купили, и он заработал там пару сотен тысяч с продажи вот этого курса. Второе, если вы продаете его же какой-то курс, то он еще вдвойне зарабатывает. Почему так? Потому что, смотрите, вы идете на тот же Infos или на эту биржу и, допустим, закидываете
закидываете тысячу, ну то есть за 1000 рублей вы закидываете и заказываете рассылку. По итогу вы можете вообще с этой рассылки ничего не продать, или даже что-то там продать, но вы не окупите даже то, что вы вложили, да, получается. Но автору самому по барабану, окупили вы там или нет. И когда вот много людей таким образом поступают, много людей теряют свои деньги на этих рассылках, но в итоге автор доволен, потому что эти люди, когда делают эти рассылки, заказывают, вкладывают свои деньги, они продают его же товары, и он на этом зарабатывает. Вот так работает эта схема. Так что система бизнес-взлет — это дерьмище полнейшее, ни в коем случае это покупать нельзя. Но я не могу сказать, что это абсолютно бесполезный курс, потому что все-таки здесь очень подробно рассказано, как построить вот эту воронку, да, как это все сделать. А это все-таки полезная вещь, и я уже рассказывал, еще раз скажу, что я зарабатывал на подобной теме, только раньше не было вот этих мессенджеров и всего остального, были email рассылки, был такой сайт, назывался Smart Responder, это сайт, на котором можно было, да, создать там свою тоже базу рассылок email, и у меня там были первые свои какие-то рассылки, базы я собирал на этом сайте, тоже через подобную воронку, только без мессенджеров, тоже на раздаче бесплатного продукта, и потом я эти свои базы монетизировал, сам рассылал рассылки, продавал какие-то продукты по партнерке, плюс потом продавал саму рассылку, да, то есть люди могли заказать, чтобы я по ней что-то разослал, ну, в общем, вот такая вот система, я по ней зарабатывал, но когда я это делал, источники трафика были проще, и можно было людей, трафик загонять бесплатно. Но это было очень давно. Сейчас такое, конечно, не удастся. Вот как-то так, мое мнение. Ссылка в описании. Кому интересно, скачивайте. Также, друзья, не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, на канал в Телеграме. Все ссылочки есть в описании. Ну и, конечно же, на мою страницу в Бусти, если хотите действительно получать качественные продукты и чему-то научиться и начать зарабатывать в интернете. На этом все, друзья. Всем удачи, хорошего дня. Пока.